Бик зур рахмет шақырғаныңыз үшін. Бұл кино сізге бик ұшар деп үмітленіп қалам. Рахмет сізге. Слова благодарности на татарском, мордовском, чувашском и азербайджанском языках в эти дни звучат со сцены «Современника». День российского кино в Ульяновске в этом году встречают собственным многонациональным фестивалем. Вход на все кинопоказы бесплатный. Мы попытались сделать так, чтобы фильмы были на языках коренного народа с русскими субтитрами, чтобы люди приобщились к культуре через кино. К обычаям и традициям. Повысить эффективность межэтнического диалога – это посыл каждой картины первого в истории региона фестиваля национальных кинематографий. Познакомиться с обычаями братских народов в течение 3 дней можно не только в самом Ульяновске, но и в 6 муниципальных образованиях области, а также на платформах цифровых кинотеатров. Показ татарской комедии «Кире», что в переводе на русский язык означает «упертый», стал ключевым событием открытия киномарафона. Мы хотели сделать добрый и современный фильм на тему вообще культуры языка и именно такой проблемы, то, что у нас есть современная культура и современный человек, и как бы человек, который, скажем так, из прошлого, и вот как раз у нас главный герой застрял в этой прошлой культуре и не может ни договориться, ни принять, ни понять новую культуру, хотя как бы мы понимаем, что если был бы союз и тандем, то все бы жили мирно и было бы развитие. В роли московского татарина заслуженный артист Республики Татарстан Камиль Ларин. На малую родину его вернула бизнес-идея. Перед столичным девелопером непростая задача – уговорить старомодного казанца продать свое родовое гнездо под строительство новой станции метрополитена. Сразу 3 истории и языковое противостояние переплетает судьбы 2 национальных земляков. Но договориться с главным героем оказывается практически невозможно. Особенно, если вы общаетесь на разных языках не только в прямом, но и в переносном смысле. Он за то, чтобы люди именно в Казани, в Татарстане разговаривали на татарском языке. Он как бы топит за свою нацию, но в какой-то степени даже с этим и перегибает. Как раз-таки история об этом. И в Татарстане в целом есть такая проблема, что многие татары, они не знают своего языка. Кире – это яркий, пока что единственный в республике пример, как нести национальную культуру в массы без финансовой поддержки государства. На съемку картины ушло чуть больше 20 дней и средства частных инвесторов. Около 30 локаций, от набережной реки Казанки до настоящего самолета. Премьера фильма прошла в 6 городах страны. Практически всегда залы были забиты, и мы были очень удивлены и были очень благодарны нашему зрителю, что люди ходят на и поддерживают региональный кинематограф. Это было очень приятно. Поддерживают не только интересом своим и временем, но и, собственно, рублем, потому что как билеты продавались, как в обычные кинотеатры. Уже не первый год наш регион участвует в исполнении инициатив федерального правительства по возрождению кинопоказа в малых городах. При поддержке губернатора в области действует порядка 10 кино- и телешкол, самые крупные из которых – Ульяновский молодежный центр кинематографии и телевидения и мастерская «Киноквант». Развитие губернской киноиндустрии не брало паузу даже в разгар пандемии. Вчера совместно с Санкт-Петербургским институтом кинематографии мы начали этот образовательный модуль пока в онлайне. Дальше это перейдет все в традиционные форматы. Преподаватели с мастер-классами и с образовательными модулями приедут сюда, в Ульяновскую область. И мы потом в конце увидим, я так думаю, что хотя бы там в районе 10 хороших работ наших ребят, ульяновцев. С программой фестиваля и расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте Ульяновского кинофонда. Яна Федорищева, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.